Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Карьеризм и снобизм, поиски общества важных влиятельных людей, излишняя привязанность к деньгам, материальным благам, роскоши и положению в обществе. Буква Е считается символом естественности и гибкости. Иногда создается впечатление, что все земное, приходящее, не имеет для них никакого значения. Буква С в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. В значении буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Это интроверты и одиночки, которым необходимо свободное время и уединение, чтобы спокойно медитировать и размышлять о загадках бытия и Вселенной. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.